Туся, которая научит любить. На этой неделе съемочная группа рубрики «Пристроим вместе» привезла из волонтерского центра, где содержатся собаки и кошки, оставшиеся без дома, истории про новых героев. Открывает неделю щенок Туся, которая просто очаровала нашу Ольгу Бакину. Все подробности в сюжете. Весна шагает по планете, а вместе с весной шагает и съемочная группа нашей рубрики «Пристроим вместе». Все для того, чтобы вы познакомились с новым хвостатым героем. Анастасия, что это за прелесть? Рассказывайте. Ну, это очередной бездомный щенок дворняшки. Таких у нас в приюте очень много. На данный момент у него находится в приюте 3 сестры и брат, ну и вот Туся. Прекрасный щенок, тоже заслуживает свою семью и полноценную жизнь. Какая она по характеру? Понятно ведь уже к 5 месяцам, наверное. Ну, очень добрая. Добрая, игривая, как обычный щенок. Она подойдет как и в частный дом, так и в квартиру. Туся привита, обработана от паразитов. Ну и, конечно, через пару месяцев она будет уже готова к стерилизации. А если вот кто-то захочет познакомиться с Тусей лично, как это можно сделать? Можно приехать к нам в деревню Осинцы Слободского района. Можно ли как-то еще помочь собакам? Да, можно привезти корм, перчатки рабочие, ошейники, поводки, то есть вообще все что угодно, крупы, какие-то мясные субпродукты, лопаты, ведра. Ну и самое главное, физическая сила, то есть нам нужны люди, именно чтобы помогать выгуливать собак. Если вы хотите познакомиться с Тусей, а также с другими собаками и щенками с передержки лично, то срочно звоните 46 48 22. Помочь может каждый. Оля Бакина, Никита Плехов и Туся. Информационный канал «Город». Да ты зайка.